У нас снегопад, снег пошел, не было с утра, солнышко еще чуть-чуть выходило, и снег пошел. Сейчас я Диме буду готовить компотик. Свой компотик мы уже давно допили. Вот у нас кастрюлька. Туда мы сейчас заложим ягодку. Такая вот у меня ягодка. Положу туда вишенку. Дима очень любит вишню. Вот, и немножечко клубники. Клубнику лучше мы съедим так. Вот. Потому что ее всегда мало, она такая ягода основная. Вот так вот. Эту клубнику съедим. И еще вишенку сейчас положу. Немножко хватит. И залью я вот это сейчас все горячей водой из чайника. И заливаем все это горячей водой. Все. Как раз хватило на кастрюльку. И накрываем. Она чуть-чуть постоит, там как раз разморозится, немножечко остудится. И у Димы будет компотик без варки. Как чай. Залили кипятком и все. И потом вам расскажу, что получилось у нас. Так, сейчас будем делать с вами курочку. Ее сейчас будем разрезать сразу. Отрежем сейчас ей крылышки. Они пойдут у меня на холодец. Давно не резала. Ай, она еще ледяная. А, ой, пошла. Главное хрящик найти. Вот. А, ледяная какая. Резал-то, господи. Так, отрезаем грудку. Не могу. Опа. Ножик, кстати, вот этот фигпрайс покупала когда-то. Много ножей перепробовала для мяса. Вот этот самый нормальный. Так вот. У меня был нож дорогой. Хорошей такой деревянной ручкой. Получалось все равно вот эту прям. Чувствуется прям мой. Опа. Опа, опа. Оп. Чуть-чуть осталось. Прям лед. Ножки. Спинку тоже хочу отрезать. Вот так вот. Спинку тоже хочу, чтобы она пошла у меня на холодец. Потому что холодец у меня там получаются одни копытца. Тут у меня будут не одни копытца.
мяса. Так, кожурку можно ставить. Ну, как раз кусок мяса еще получается. Сейчас уберем. Ну, как раз сейчас вот это запекется. И тут вот сейчас мы сбоку попробуем сломать ее. Опа. Она легко ломается. Кишки всякие. Опа. Вот же, давно не резала, как не разделывала уже курицу. Думала, отвыкну. Нет, не отвыкла. Так, ее вот сюда положим. Спрячем ее. Так, убираю в тарелочку их. Сюда ее спрячем. Так вот она будет удобненько. Так вот они рядышком лежат. Тоже вот так вот расправим. Вот. И будет удобно, когда будет горячее. Не нужно будет там стараться, она уже будет готова. Ножки мои, а грудку муж поделится с Димой вместе. Куриная грудка. Для мяса. Много, кстати, тоже не надо добавлять. А то я один раз добавила много. Вкусно было. Кошмар. Все хрустело. Так. И это у нас семена укропа. Тоже их очень люблю. На мясо. Также туда добавляем водичку. Тут у нас будет курица с лавашом. А для лаваша нужен сок. И отправляем ее в духовку. Минут на 40-50. Поскольку она была замороженная, то это, да, будет 40-50 минут. Так, вот она у нас тут готовится. До 50 сразу. 50 и 200 градусов. Так, ну вот наша курочка. Уже прошло где-то на 40 минут ставила. Потом еще чуть-чуть, минут, не знаю, на 10, наверное, даже поменьше ставила. Чтоб уж прям как следует она. И уже вот у меня осталось минут 7, наверное. Наверное, пусть она допекется. Запах стоит нереальный. Я тут уже подвинула, вот сделала тарелочки. В эти тарелочки мы будем сейчас класть с вами лаваш. Ну, не сейчас, там чуть попозже сейчас она доделается, потом немножечко, наверное, остынет. И будем с лавашом делать. Конечно, правда, муж купил такой лаваш. Заодно его испробуем. Ну, вроде как не размокает, не трескается. Не знаю, что он. Мне надо, наоборот, чтобы размокал. Я люблю размокший. Состав. Состав обыкновенный. Слава богу. Мука пшеничная, либо пекарная, вода. Питьевая соль поваренная, пищевая. И все. Почему тогда он не размокает? Странно. 1 метр. Угу. Почему не размокает? Странно.
5 суток хранится. Заодно посмотрим лаваш, какой у нас. Вот такой, может быть, небольшой обзорчик на него будет. Прям, вон, смотрите, он прям в мешке. Прям полностью, как будто запекался в нем. Вот видите. Вот она, вот он. Все полностью в мешке. Видимо, поэтому он и ничего с ним такого не случается. Вот и запеклась наша курочка. Бульона что-то не так много, как хотелось. Сейчас мы с вами ее посмотрим. Ой, да? Ну, давай снимай. Вот. Так, ну вот. У нас все приготовилось. Наш лаваш. Так, как он называется у нас? Ролл пшеничный, наверное. Не знаю даже, как он там называется. Так, как-то его неправильно начала открывать. Провала его тут немножко. Ой, ой, как он упакован. Ой, 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 ой. На экран не помещается. Нифига себе. О, как. Какой. И все это в мешке. Так вот. Мешок убираем. Вот это вот так сюда. Ложечкой. Берем весь сок. Он тут такой жирненький довольно. Вот. И сюда заливаем. Чуть-чуть его есть. Надо было побольше все-таки добавить. И поливаем сверху. Обычно у меня очень много остается бульона. Поэтому сейчас уже стало поменьше. Классно. Так мы накрываем. Ой, вытекло. Вот. Все. Так, тут мы сейчас. Господи, одного ножа нет. Вот, и вот так вот. И также сделаем сейчас второй. И мужу. Так, тут кладем его. Вот. И второй кусочек мы тоже так же. Раз, два, три. Вот он прям гладкий, мне таким кажется. Как-то мы до этого покупали другие какие-то лаваши. Вот так вот. Вот. Зубочистка сейчас я его. Вот, берем зубочистку. Так вот, опа. Вот и все. У меня держится так вилка. В принципе, смотрите, он был целый метр. Остался вот кусок еще. Ведь пополам там еще можно макать, кому как. Вот он такой прям гладкий, такое впечатление, как будто это не лаваш, а, я не знаю, бумага какая-то. Ну, будем знать. Так, ну и все.